Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ты знаешь, Юлечка, я недавно была у своей подруги в гостях. Мы с ней давно не виделись, наконец-то она меня зазвала, затянула к себе в гости. Ты знаешь, много хотелось рассказать, обо многом расспросить, но, как я вошла к ней в комнату, я увидела новые шторы, я залипла, я ничего больше не видела. Слышала, у меня был единственный немой вопрос. Где ты это богачество купила? Где ты такое нашла? То есть шторы абсолютно изменили интерьер. У нее совершенно простая обстановка, обычная мебель, но вы представляете, насколько преображается шторы, вообще наш дом. Я в этом убедилась. И сегодня я задалась целью также и преобразить свой дом. Что, Олечка, можешь посоветовать? Вот, ты знаешь, история на самом деле показательная. Вот когда мы хотим вот кардинально сменить обстановку, да, мы, конечно, бросаемся делать ремонт, переклеивать обои, да, а ведь достаточно сменить наряд для окна, поменять внешний вид центра комнаты, буквально два аксессуара. Но для этого они должны быть из особенных тканей. Это должен быть особенный, неповторимый дизайн, да? Простой вещью так не поменяешь обстановку. Именно поэтому предлагаю вам сегодня одно из самых красивых тканей на земле. Зеркальный жаккард, еще и с эффектом хамелеона. Если мы с вами обратим внимание на каждый цветок, который украшает эти потрясающие шторы, мы увидим, что он меняет свой цвет в зависимости от того, да, под каким углом падает на него освещение. То он более бордовый, с эффектом гравировки на меди, то он как будто припылен немножечко, есть такая дымка, опускается на каждый цветок. И это удивительно, технология жаккарда здесь особенная. Это просто сногсшибательное предложение, оно играет, оно блестит, оно сияет, оно смотрится очень богато. И при этом всего за 1999 рублей представлен сегодня комплект штор. Вы получаете комплект «Романтичное свидание» меньше, чем за 2000 рублей, и в комплекте две портьеры, два подхвата и уже вшитая шторная лента. То есть вынимаем из посылки и сразу вешаем на свое окно. И у нас есть еще три цвета на выбор. Юль, по-моему, сегодня сбываются мечты каждой женщины, каждой хозяйки. Абсолютно каждая женщина под свой любимый интерьер подберет цвет, который ей ближе всего. Сейчас на экране цвет бордо. Мне очень нравится здесь эффект гравировки. Это правда очень необычно, безумно очень понравилось. Обычно, да. Эффект меди, сусального золота. И вот этот переход хамелеона в жаккард просто очарователен сегодня. Если вам хочется прохладных оттенков, в комнату, которая вот прямо находится под воздействием солнечных лучиков, выбирайте серебро. Обязательно, потому что этот цвет прохлады. Видите, очень с очень красивыми восточными огурцами, пейсли, которые являются здесь главным украшением. И тоже играет, и тоже вот этот перелив, и тоже как раз эффект той самой перелива и хамелеона. И третья расцветка, это золото. Ну, тут прям золото. Оно играет вовсю, это золотой цвет. Вот в какую комнату ты рекомендуешь именно золотого оттенка шторы? Олечка, в прохладную комнату, где напротив хочется тепла, в комнату маленькую, например, комнаты-футляры, вот так выполненные вагончиком, как у моей бабушки в подмосковной Шатуре. Ну, на самом деле, комната, когда вот так вагончиком, как-то стены давят. Когда вы повесите золотистые шторы, пространство будет казаться просторнее. Ну, а бордо – это нарядный. И вот из всех трех наших цветов самый нарядный, самый такой акцентный, обращающий на себя внимание. Это, наверное, больше гостиная, конечно. Ой, ну, конечно. Но тем более, что вы же получаете полный комплект за 1999 рублей. Это две портьеры размером 150, хорошая здесь ширина, и 255 это длина ваших штор. Еще, вы знаете, что здесь вшита уже шторная лента, а это огромное преимущество. Я вот помню, несколько лет назад я купила шторы, и даже не подозревая о том, что мне их придется дорабатывать, потому что я их открыла, а там ничего, там сшитые края, все обработано, но мне пришлось сидеть целый вечер, пришивать кольца, исколола все пальцы, измучилась. А теперь ничего этого делать не нужно, потому что уже шторная лента вшита. Поторопитесь, это готовое решение приедет к вам меньше, чем за 2000 рублей. Да, Юль, знаешь еще какой у меня вопрос? Вот мы сейчас рассмотрели все переливы, вот это сияние красивое. Ты сказала, что это жаккард. Да. То есть это не сверху нарисованный принт, да?
А как он делается? Это плетение, жаккардовое плетение, и это шелковистые нити, которые сплетаются, такой очень замысловатый узор на специальном оборудовании. И чтобы понять, что это не наклейка, не аппликация, не какая-то там вышивка сверху, жаккард можно проверить. И мы сделаем это с вами в прямом эфире. Достаточно просто посмотреть на вторую сторону жаккарда. Что вы здесь заметили? Нити поменялись местами. Да. Теперь цветы стали золотыми, а основа цвета коричневого с бордо. Вот так мы узнаем, что это плетение. Ну что, давайте еще раз напомним. Этот цвет называется бордо. Полюбуйтесь на него. Это и хамелеон, это и переливы, это богатство. Но это лишь только начало. У нас есть решение для каждой хозяйки. Ты знаешь, вот, Юль, есть квартиры, да, где действительно мало света, мало солнца. Вот правда же, теневая такая сторона. Вот на север, когда бывают окна выходят. Тогда нужно больше перламутра, больше светлых оттенков и золотистых. А вот наоборот, когда много солнца. Вот у моей мамы солнечная сторона, она уже не знает, как спасаться. Ты знаешь, для комнаты, которая вот жарит солнышко, даже с утра иногда бывает так, что солнечные лучики проникают, и нам так тяжело и проснуться, и зло берет, и все такое прочее. Да? Это такие бытовые наши жизненные моменты. Тогда мы выбираем с вами серебряный цвет. Он прям от него пышет прохладой, такой легкой, освежающий. Очень эффектно здесь выглядит такого насыщенно-бирюзового цвета, как будто бирюзу с синим смешали. Да. А вот эта вышивка жаккардовая. Давайте с другой стороны тоже покажем. С обратной стороны. Вы посмотрите, какое богатство. И с лицевой стороны, и с оборотной стороны. То есть с улицы тоже будет смотреться очень красиво. Ну, даже не знаю. Вот сейчас у нас режиссер Юлия говорит, даже не знаю, не могу с какой определиться. Стороны красивее. А вы знаете, вот из жаккард почему ценится? Почему эта ткань считается одной из самых красивых в мире? Потому что она действительно не имеет лица и изнанки. Да. По сути, с обеих сторон она хороша невероятно. Меняется только местами нити. И это как раз-таки свидетельствует о технологии правильного плетения жаккарда, да, не в один слой, а действительно многослойно, то есть это добротное полотно. Добротное, еще и плотное, Юля. Вот, кстати, мы заговорили о солнце. У меня была такая история. Купили как-то мы маме комплект штор, купили, повесили, вот помыли, ну, как на Пасху, да, помыли окна, повесили шторы, и сезон провисели, осенью стали снимать, ну, чтобы привести в порядок окна, постирать, шторы расползлись, они у нас просто, ну, выгорели, и структура ткани, ну, изменилась и поползла. А в нашем случае жаккард выполнен из шелковистых тканей, из полиэфирных волокон, которые не выцветают. Основной цвет держится очень хорошо. А еще касаемо солнечных лучиков, раз мы уже заговорили о воздействии света, все-таки это актуально, потому что мы летом, то тогда будет еще один эксперимент для тебя, Оля, и для твоей мамы. Это важно. Я захожу за портьеру, так. И вы не должны увидеть моего силуэта. Так, подожди, Юля, а ты куда? Ты ушла на балкон? Очертаний силуэта. Очертаний силуэта видно не было. Несмотря на то, что ткань светлого цвета. Это говорит о том, что она хорошей плотности. Больше, чем на 75% будет закрывать солнечный свет. То есть для спальни просто прекрасно. Ух, проверено! Проверено! Вот прямо сейчас, в прямом эфире, нашим экспертам Юлии Колосовой, 1999 рублей – это готовое решение. Это две портьеры, это два подхвата, и шторная лента уже пришита, а значит, на любые карнизы, неважно, на какие подойдет ваш комплект. Это новинка. Впервые на шоп-н-шоу. Золотой цвет для тех, у кого мало света, мало солнца, у кого теневая сторона или кто обожает, чтобы была комната залита солнцем. Забирайте его из прямого эфира. У нас есть еще вторая расцветка, это серебро, и есть цвет бордо. Пока есть все три цвета в наличии, и такая действует сногсшибательная скидка в 2600 рублей. Юль, такое бывает очень редко. У нас скидка превышает на несколько сотен превышает стоимость. Поэтому нужно срочно дозвониться, так и сделайте. Звоните прямо сейчас.